Привет всем, друзья! Решился я все же купить двухтактную бензиновую косилку «Штурм». Многие люди покупают, но не знают одного. Что помимо того, то что разбавлять в бензине масло, нужно, конечно же, еще бензиновый триммер обслуживать. Обязательно перед началом работы, как новой косилки или же перед началом сезона, нужно убедиться в наличии смазки в редукторе. Наличие смазки можно проверить, открутив болт на редукторе, как показано на видео. В отверстие от болта я вставлю проволоку, посмотрю наличие смазки. Так как я постоянно ухаживаю за триммером, смазка в редукторе присутствует. Если же смазка отсутствует, я использую медицинский шприц. Я его заполняю смазкой. Как только заполнил шприц смазкой, шприцом нагнетаю в редуктор смазку. После того, как пополнили смазкой редуктор, можно теперь болт закрутить. Чтобы болт не открутился, обязательно его нужно подтянуть. Пришло время бензотриммер завести. Под карбюратором подсосом бензин подсосать. На ручке включить кнопку зажигания. Поднять вверх флажок подсоса воздуха. Чтобы косилка завелась, ручным стартером нужно подергать. С третьего раза двигатель завелся. Так как еще он не прогрелся, он сразу заглох. Нужно ему дать немного прогреться. Чем хороша эта косилка, проблем завести ее никаких нет. При наличии минимум бензина в баке, все равно она заводится. Не буду я торопиться газу добавлять, пусть немного постоит, погреется. Мне так и не терпится, хочу погазовать, но все равно она пытается заглохнуть. Косилка удачно прогрелась. Чтобы редуктор внутри хорошо смазался, нужно немного погазовать. Такую профилактику следует делать хотя бы раз в месяц. И тогда ваш инструмент не скоро выйдет из строя, и не нужно будет нести к мастеру, чтобы он ее отремонтировал. Кому видео понравилось, оцените лайком, не забудьте подписаться.